Всем привет! Это канал Нонолайф. Сегодня 2 августа. Идет уборочная. Убираем озимый рапс. Хотелось бы рассказать вам, моим подписчикам и зрителям моего канала, то, что у нас есть группа ВКонтакте. Ссылочка на эту группу будет в описании. Там в этой группе можно будет задавать мне разные вопросы, я вам буду отвечать на них. Также можно будет делиться своими какими-то видео, фото, как вы работаете. Всем, кому интересно, подписываемся еще и в группу ВКонтакте. Итак, напоминаю, у нас 2 августа сегодня, день ВДВ, и вот убираем рапс. С лебедою. Перед уборкой его 16 числа глифосили. Он подсох. Ну и вместе с ним, чтобы высохла лебеда. У нас пасмурные. В том году в это время было гораздо суше, теплее. Но 16-й год, он другой год. Убираем поле двумя комбайнами. Я на Джиндире 2264. В прошлом году на нем косил. И также вот Гизо 76. Вот он впереди. Набивает себе новую загонку. Косим мы раздельными загонками. Аисты к нам прилетели поохотиться на мышек, лягушек. Ну, вот так вот. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться канал, также группу ВКонтакте.